гулять, тебе нравится? Да. Вообще здорово. Здорово. Повышает настроение, да? Знаете, почаще бы такого было, потому что, как говорится, люди сейчас вообще в депрессии, наверное, все. А вот это вообще очень здорово. Спасибо. Можете поделиться, вам нравится это мероприятие? Молодцы! Молодцы! Побольше бы! Вам это мероприятие вообще нравится? Ну, интересно, когда мы что-то... Радует, настроение поднимает? Да, идет сразу, повеселее стало. Ну ладно, спасибо. А ты достаточно ли можете пару слов сказать? Вообще, как у вас настроение после? У меня друг, спортсмен, настолько он придерживается этих взглядов, да? Это же здоровье, прежде всего. Это просто торжество, это благо. И мы настолько должны этому все радоваться. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Жить для себя, и поэтому еще больше запутаемся, и чтобы освободиться, стать освобожденным живым существом, надо воспевать святые имена. Мы должны стать освобожденным, это не наше место, материальный мир. Когда мы в духовный мир возвращаемся, то там нам хорошо, спокойно, мы занимаемся своим делом, общаемся с Господом, служим Ему. Это вот наш истинное предназначение – быть всегда занятым в служении Господу. И это не принесет там гармонии, интоксикации или там какие-то секс или еще что-то. Дисгармония будет. Гармония – это вот воспевать святые имена. Спасибо. Всем здоровья, счастья. Ну скажите что-нибудь. Прошли лицемерие, вот мы с Аделем поем. Кто-то танцует, кто-то снимает. Каждый что-то делает.